У этом году форум регионов прошел у третий раз. В 2014 местом его проведения был выбран Минск, летость Сочи. Все это участники форума снова приехали в белорусскую столицу. Серед обмеркованных актуальных тематик – формирование единой информационной просторы Беларуси и России. Серед удельников секции СМИ как фактор регионального взаимодействия и формирования агульной просторы гуманитарных каштовностей 250 журналистов и литераторов, которые представляют телерадиокомпании и выдавецтвы от Бреста до Ямало-Ненецкой округи. Нельзя сказать, что на уровне регионов сотрудничество отсутничает вовсе, але и активным его назвать покуль тяжко. Когда белорусские операторы транслируют больше 50 российских телеканалов, то у некоторых российских регионах объективная информация в нашей стране отсутничает. На думку денег форума, выправить такую ситуацию можно у темников раз организацию пресс-туров. Конечно, там есть и, скажем, и московские, столичные журналисты, но больше всего, как раз, и что мне особенно нравится, упор именно на региональную прессу. Они бывают здесь, они ездят, смотрят, общаются, бывают в местных редакциях. Активизация взаимодействия белорусских и российских журналистов повинна сприять и межурадовое погоднение об сотрудничестве у галине телерадиовещания и друку с отповедным бюджетным финансованием. Этот документ зараз распрацовывается. У приватности размова может идти об совместных проектах, которые будут интересны для жихаров обоих стран. А прича того, с таким продуктом можно будет выходить и на информационные рынки других стран, что становчим чином отобьется на имидже союзной державы. Объединив усилия всего информационного пространства, Белоруссии, России, мы можем очень мощно транслировать наши идеи в мировом информационном поле. Серед озвученных пропонов – включение союзного телеканала ТРА у социальные пакеты, что дозволит больше полно информовать населенство об ситуации в Украинах, плюс створение ровных возможностей для работы журналистов. Это питание необходимо решать на межурадовом уровне. Больше уваги необходимо надавать и социальным сеткам, популярным серед молоди. Секция для журналистов у рамках форума регионов Беларуси и России сегодня прошла у Першиню. Так само у Першиню организаторы провели и фестиваль региональных телекомпаний в образ часу, диплом 3-й ступени у мазырских журналистов за цикл сюжетов об белорусско-российском сотрудничестве у экономичной, военно-патриотичной и культурной сферах. Объективность и отказность – сегодня это главное потребование до сродков массовой информации. Когда мы в России будем проводить следующий форум России и Беларуси, то нам нужно секцию такую же обязательно провести в России и пригласить как можно больше ваших региональных компаний в Российскую Федерацию. Ну, я думаю, что мы и без форумов с вами можем дойти много поводов для хороших встреч и для совместной работы. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» из Минска.